Тема сегодня, я беспокоюсь, честно, вот я как бы опытный, да, человек, но то, что мне хочется донести, надеюсь, поможет многим из нас. Тема «Столик на двоих». Я знаю, что мы смотрим на этот прекрасный стол и думаем, Ребе что-то опять начал, вспоминают, конечно, мне в те... визуальные проповеди, которые я делал, и с лестницами, и с деревьями, садом и все остальное. Типа, о, что-то новенькое, столик на двоих. Время летних отпусков всегда время провождения на курортах или же в санаториях. Это было таким позитивной программой в бывшем Советском Союзе. И эта привычка, она осталась. Приходит лето, именно особенно в бывшем Советском Союзе или соцлагере, говорят, да. Лето — это то время, где нужно обязательно уехать в отпуск, обязательно поехать в санаторий, подлечиться, сделать что-то. Время... отойти от суеты, от суетной жизни. Но хотя в свое время, в советское время, это время как раз отделялись для того, чтобы побелить хату, сделать ремонт, наконец-то сделать тщательную уборку на своей фазенде, если у кого была. Да, там, приготовление, какое-то некоторое приготовление. Но на самом деле уйти от суетной жизни, от загруженных дней. И лето как... никогда лучше всего подходит к этому времени. Зимой как-то так еще, ты сидишь где-то в Карпатах, кто-то на лыжах катается, а ты не умеешь, и думаешь, где-то сауна, чтобы мне по ней погреться. Ну, ты погрелся там час или два, а потом, ну, водички попил. Но лето это же вообще самый-самый-самый цимис. Время – это отойти от суетной жизни. Одесса – это вообще настоящая жемчужина. Жемчужина Черноморская, я уже начал писать Одессу. Хотя кто знает, может быть, очистится наше море когда-то. Но черноморские курорты, как раз среди этих курортов, Одесса самый-самый тот город, который жемчужина на этом черноморском побережье. Среди всех городов, что бы вы ни говорили за Гагру или там еще какие-то вещи, но Одесса — это же цимис, это же все-таки то. По этой причине Одесса притягивает к себе различные слои населения. И каждому тут есть что делать. Так и да, это, и за все отвечает серебро и размер вашего кошелька. Но за ним нужно тщательно присматривать не только на привозе. Вы согласны со мной? Что фактически для каждого слоя населения есть тут что делать. Но все же Одесса знаменита своей вкуснейшей многонациональной кухней. Вы согласны, нет? Многие, когда приезжают, говорят, ну у вас, ну рестораны, ну вкус, ну вот это что-то особенное. Хотя, может быть, и греческий салат, но по-своему, как... Вот салат, но от тети Цили, но это просто шедевры. Вы знаете, когда ты смотришь на все это, ты понимаешь, что у каждой кухни, у каждого ресторана, у каждой кофейни свой цимис, шарм, и что говорят, пальчики оближешь. Все это хорошо. И входя в наши примечательные забегаловки, нам часто говорят, вам столик на двоих? Или как? Сегодня хочу с вами говорить о теме, связанной с нашим застольем, с нашим столом. Того стола, к которому мы кого-то приглашаем. Потому что пища является своего рода участием в завете. С врагом все стоит поперек горла, правда? А с друзьями, с теми, кем ты в завете, пища – часть разговора,
часть общения, часть сердца, когда ты выливаешь и разговариваешь о вещах, которые, возможно, другим бы ты не рассказал. Писание говорит, с притчи 15 глава, 17 стих, «Лучше блюдо зеленое, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Когда я прочитал там место, я думаю, Бог есть любовь. Бог же есть любовь. А враг душ наших, он все-таки как-то так ненавидит Божье творение, потому что он так возлюбил нас, что отдал Сына Своего за нас. Я подумал, этот стих, он интересный. Если Бог есть любовь, то салат по-домашнему предпочитаю ресторану на Дерибасовской. Вы? Как вы? Салатик по-домашнему. Чуть-чуть туда укроп, оливковое масло, чуть-чуть лимончик. И так вкусно. Предпочитаю это среди друзей, среди любви, нежели на шикарном месте в ресторане на Дерибасовской, чтобы все меня видели и тихо ненавидели. Знаете, мы не станем дискуссировать сегодня о качестве сервирования столов, но поговорим, с кем мы вкушаем еду и кто за нашим столом. Наш стол. Когда я думаю об этом, я почему-то, Бог мне так направил поговорить о нас. Есть люди, которые стали верующими в свое время, потому что в тот момент времени это было выгодно морально. Это было выгодно материально, психологически. Это люди так и не смогли разделить трапезу. Потому что в то время им было это выгодно прийти к Богу. Так, на всякий случай, одеть крестик, либо перекреститься. А может быть, поможет. Но в сущности, не смогли разделить трапезу на двоих, то есть с Богом, который пригласил их на эту трапезу. У них есть личные понимания. У людей этих вообще как бы есть такое чувство, что они никому ничего не обязаны. Что не попросишь, подожди, я занят. Чему не привлечешь, ой, извини, а я не умею. Они все имеют свое понимание духовности и вполне устраивает то, что духовное и психологическое одиночество у них как раз для себя. Моя хата с краю, я вообще ничего не знаю. Сам себе сяду, наимся червячки, да, галушка всевозможных. Я сам себе покушаю. Они сами себе на уме, пока христианство им выгодно хоть каким-то образом. Они всячески его используют для личной выгоды. Встречали таких, правда? И, наверное, не один раз. Но ведь вера – это не ритуалы. И хорошие люди, которые тебя окружают, с которыми ты можешь поболтать, почесать, что-то о них попросить, одолжить. Это даже не традиции, которые мы исполняем, но это непосредственное подчинение. Подчинение Богу обещанием Ему служить чистой совестью. Заметьте, чистой совестью. А если совесть уже запачкана чем-то так неприятным, поступками, ситуацией, языком, общением, что же делать, куда податься? Но многие наши, как говорится, эго, наше гордое, я сам со всем справлюсь. Когда у нас есть стол на двоих, мы говорим, я сам со всем справлюсь. Хочу вам сказать, друзья, что вас 100% встретит мадам по названием разочарование. Обязательно внутри себя вы в какой-то момент отречетесь от Всевышнего, хотя внешне будете очень набожны, но внутри вы скажете, а что? А где? А когда?
Ну сколько можно ждать? Это не потому, что Он не уделяет нам времени. Это не потому, что Бог каким-то образом занят чьими-то делами, а нас проигнорировал. А лишь потому, что мы не научились быть частью Его стада. Стадо, да, я говорю, мы не стадо, мы не рабы, да, но интересно, что многим людям, особенно бывшим в Советском Союзе, не нравится слово «овца». Потому что, знаете, те, кто из прошлого мира, с ситуациями, которые они прошли, овца-то какое-то состояние животное, не имеющее хребта, да, такого, или стержня. Многие из нас не хотим быть овцами. Не так я скажу. Вернее сказать, мы не хотим, чтобы у нас был пастор. Разницу понимаете, да? Не потому, что нас обижает слово овца, а потому, что на самом деле мы не хотим признать ту сущность, что он нам нужен пастор. Я не имею в виду себя в своем лице. Вы можете плевать на меня. У нас есть пастор и начальник даже. У нас есть пастор, который печется о нас. Возможно, мы не имеем в виду, или наоборот, мы имеем в виду, что пастор нам нужен. Но этот пастор наш, он всегда, он добрый пастор. Вот Иисус, Иешуа, вот он добрый пастор, а ты злой пастор. Он нас любит, а ты игнорируешь. Он заботится о нас всегда, ну всегда, всегда. Даже когда я заблужусь, он за мной приходит и несет меня такого уже, то ли обдобного, то ли уже хромого, то ли еще какого-то. Но он меня несет, меня, а ты проносишь. Знаете, может у нас такое мнение о пасторе, и все же это так. Он не бросит нас и не оставит. Он не человек, чтобы нам лгать, потому что часто мы льстим друг друга, ну нормально, ну бывает, ну с кем не бывает, ну так. А он как есть, так и говорит. Он любит нас, безусловно, любовью. Но это не означает, что нам не даст больше, чем мы можем понести. Вы понимаете, да? И не зря же Писание отождествляет его как пастыря доброго. Нас отождествляет с овцами, с его паством. Знаете, овцы – это беспомощные животные. Вообще, это очень сильно бездарные. У них нету момента такого, можно сальто сделать, да, там, и там, как-то так подлизаться, там. То есть у них креативности ноль. Знаете, там, они глупы, доверчивы. И поэтому им нужен пастор. Овцы не сопротивляются опасностям. Вы знаете, да, что овцы вообще ни к чему не сопротивляются. Они даже не вьючное животное. У овцы вообще больше всего врагов, чем у каких-либо других животных. Начиная от вшей, клещей, вирусов, заканчивая хищными животными и стихиями мира. У всех других животных, какой-то есть иммунитет. У этого животного абсолютно, чуть ли не все микробы уже враги. То вздулся живот, то чесотка, то какие-то нарывы, то за ними гоняются, то воды негде напиться. А если пьют воду, то еще можно что-нибудь еще получить там. Ну что вам... Что тут говорить? Нас отнесли к самым зависимым тварям, указывая на сходство с овцами. И, конечно, нам, гордым людям, это не нравится. Ведь мы же гордые, правда? Как звучит гордо человек? Да? Помните, да, это все? Человек звучит гордо. Как это такое? Мы же даже еще придумаем себе, мы же боги, мы же можем все... А Писание говорит, извини,
сравню тебя с овцою. А если ты настолько плох, потому что так оно и есть, тебе нужен пастырь. Нам не нравится быть водимым Богом. Нам абсолютно, ведь мы свободные люди, а не тупые овцы, правда? Но Писание очень интересное место дает нам, 22-й Псалом. Кто помнит его? Наизусть, потому что там очень интересные слова. Господь, есть условие. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня в злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, в виде врагов моих умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Не все, не 24/7, но многие дни. Мы в сущности берем за аксиому, что Бог направляет стези мои. Аксиома, точно, это как формула. Он направляет. Он оберегает меня. Он от врагов, от ситуаций. Помазал мне елеем радости. Это у Бога есть радость. Он мне ее дает. Он знает дни жизни моей на земле. Носится со мной, как с писаной торбой. Если вы хотите узнать, что такое писаная торба, это надо в Википедию зайти, пожалуйста, посмотрите. Носится со мной. У нас аксиома есть. Он так любит меня. Но тут есть поправочка. Очень большая поправочка. Если он носится, если он наш пастор. И независимо, насколько добрым мы его считаем. Послушайте, мы иногда думаем, мы ценим его доброту. Мы почему-то по нашей плотской логике описываем, насколько он должен быть добрый. С чего мы взяли это? Потому что нам так хочется. Вообще-то мы эгоисты. Мы так хотим. Нам это нравится. Но ведь он добрый ко всем без исключений. Но со своими условиями доброты. Писание говорит, что но вы любите своих врагов. Кто из вас любит своих врагов? Ну да, кто поднимет руку сегодня? Ну а те, кто в интернете, абсолютно вас не видно, так что может даже не поднимать, я уже знаю. Кто любит своих врагов? А Писание говорит, но вы любите своих врагов, делайте добро, давайте взаймы. Вот это вот здесь не надо было, чтобы оно было, давайте взаймы. Точно не нужно было. Не ожидай ничего получить назад. Вообще, кто писал это? Велика будет ваша награда. Ну, конечно. Если бы еще сложить все в банк, это было бы еще лучше. Вы станете детьми Всевышнего. Представьте, сколько условий. Люби врага. Не просто еще, дай ему еще в долг. Не проси это обратно. Будет тебе поэтому награда. А потом еще говорит, когда получите награду, а вы еще детьми станете Божьими. А я что, не дитё? Если я искуплен, избавлен от пучины всех проблем, разве я не его дитя? Он называет меня своим детем, своим сыном, своей дочкой, правда? А тут еще есть какие-то условия. И дальше говорит, потому что он добр к неблагодарным и злым. Он добрый, здесь не написано неблагодарным и добрым. А к злым он тоже добрый. Ко всем людям. Если мы считаем ее своим пастором, тогда мы также должны ожидать, что он заставлять будет нас сделать то, что нам не нравится. Вы скажете, Рэба, секундочку, мы же свободные люди. Правильно? Он же против нашей воли ничего не делает.
Ну, не хотим. Он сказал, ну ладно, не хочешь, не буду тебя трогать. Ничего не буду делать. Там, как бы, мы же свободные люди. Хотим, идем на собрание, хотим, не идем. Хочу работать, хочу не работать. Есть лопата, буду копать. Нет лопаты, не буду копать. То есть я же человек вольный. Я же должен как бы так вот быть свободным. Ведь мы же не рабы религии. У нас же не опиум религия, да, вот для народа. Но на самом деле, я вам отдам ответ. Он часто принуждает, а мы думаем, что Бог никого не упрашивает. Он не упрашивает тех, кто не считает его пастором. Но потому что если мы считаем его своим пастором, тогда я вам открою тот секрет, который там написан. На самом деле, он нас заставляет. А нам это так не нравится. Но если мы считаем его пастырем, мы подчинимся. А если мы не считаем пастырем, то он нас не заставит. Он нас не принудит. Мы будем все-таки ногами дергаться, упираться и скажем, я буду делать так, как я хочу. Знаете почему? Потому что второй стих. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. Как вы думаете, что значит покоит меня на злачных пажитях? Слово сразу покоит. То есть умилитворяет, спокойно. Ну, пожалуйста, ну вот здесь присядь. Ну, я тебя прошу. Ну, я тебя мирно так, хорошо, тебе будет очень хорошо. Знаете, какие там слова написаны? Укладывает. Насильно. Заставляет лечь. Как это так? Пастырь мой добрый заставляет меня лечь на зеленое пастбище. На злачные, ну, самые прекрасные. Подкрепляет душу мою, направляет меня к стезям правды ради имени своего. Подкрепляет. Быть приведенным обратно. Кому из вас хочется ходить по кругу? У вас такое было, что вы прошли ту ситуацию, он берет вас и возвращает обратно. Давай обратно придем. Думаешь, я уже здесь был? Урок не получил? Ну как это возможно, Господи? А он говорит, ничего, я тебя покою. Я тебя заставляю. И если он наш пастор, а мы говорим, Господь, пастырь мой, тогда я подчиняюсь и говорю, хорошо, если нужно еще один круг, нормально, еще пройду. Уже кажется свободным, вы пошли и уже делаете свою работу, да, и тут опять он подкрепляет тебя, возвращает тебя обратно, восстанавливает. Он возвращает тебя на то первоначальное, чтобы восстановить и запустить тебя заново. И дальше направляет. Слово направляет, это не говорит, слушай, знаешь, ты иди там уже, как мы говорили, к морю. Иди ты к морю. Он говорит, направляет. То есть управлять. За рычаги взял за твои уши. И говорит, не смотри туда, смотри сюда. Видишь, вот там есть цель. Есть цель, надо бежать. Либо сидеть. Мы иногда думаем, что он добрый пастор, он все позволяет мне. Что хочу, то делаю. Если вы внимательно увидели, то вот здесь есть принудиловка. И нам это не нравится. Ну реально, нам так не нравится принудиловка. Принудиловка для всех тех, кто признает Бога своим пастором. А люди, если не признают пастором, значит, что ты мне тут говоришь? Мне лично нужен такой пастор, честно. Реально, я вам хочу сказать, мне вот этот пастырь добрый с принудиловкой, мне очень нужны. Как раз, чтобы на несколько тормозов, которые, знаете, есть такая песня была, «Ты моя любимая, педали тормоз». Вот ты мой любимый, Господь, ты и педаль, которая газа, да, и тормоз, который нужно иногда не просто так поджимать тихонько, да, а так как нажал так, чтобы головой в стекло и понял, что дальше ехать нельзя. Мне нужна принудиловка.
Меня нужно принуждать идти на зеленые пастбища, искать не самому, а он должен привезти, вот привез, здесь будь и ешь то, что есть. Знаете почему? Потому что если я все вокруг себя съем, я начну всякую гадость кушать. Вы знаете, что овцы поедают все? Почти. Вы когда-нибудь оставляли овец в загоне и там, например, сено? Они все съели, а потом остались там какие-то ваши там штаны, недоеденные там кульки там из-под всего. Они съедят вам все, а потом их спасай. Я вот такой же тоже, похожий на это, да? Я вокруг могу все съесть, а потом, если меня в другое место не перенести, не привести, где-то другое состояние, такой уровень, я начну уже всякой гадостью питаться, а потом выдавать себе внутри. Я на самом деле хочу, чтобы он ввел меня в свой шаббат, не формальный шаббат, а, знаете, тот, который настоящий. Тот шаббат, который в нем. Мы можем сделать это, ну, как бы традиционно, в шаббат, дома сделали, зажгли свечи, разделили халу, да, помолились и так далее. Но я, как человек, как верующий в нем, нуждаюсь, чтобы он меня ввел в свой шаббат. Посему, Писание говорит, для народа Божия еще остается суббота, то есть шаббат. Ибо кто вошел в шаббат, и вот тот и сам успокоился от дел своих. Я так хочу, чтобы он меня ввел в свой шаббат, чтобы вот зашел так вот и говорю, классно. И я успокоился от всех звонков, от того, что мне звонят. Кто-то там попал в аварию, или там кто-то забыл, кто-то там еще что-то сделал, ключи не оставил, что-то еще произошло. В покой. Как и Бог от своих. Так постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорство. Друзья, я нуждаюсь в пастыре, чтобы он меня ввел в этот покой, в этот шаббат. А если я не считаю его моим пастырем, то во мне будет непокорство. Не хочу, не буду. У меня есть что делать. Я за то, чтобы такой пастырь был для меня Иешуа. Заставил меня остановиться. Возможно, мне не нравятся его методы. А нам реально иногда не нравятся его методы. Его остановки. Но я выбираю его пастбище. Там, где он меня заставит. Потому что я вам гарантирую, что иногда можно наесться тех червячков, от которых тебе бывает плохо. Но он знает и принуждает, ведь к тихим водам он нас водит. Знаете, что происходит иногда с овцами? Видели, почему их состригают, особенно к лету? Не потому, что очень сильно нуждается еще в шерсти. Вот этот, вокруг шеи очень такое, шерсть сбитая. Это везде. Если не привести овцу к тихим водам, она найдет тебе ручей, морду туда, как в ручей, хочет пить. А вода, когда она набирается вот сюда, в эту шерсть, настолько становится тяжелой, что она хочет оттуда голову вытащить и не может. А если река бурная, то что будет? С головой в омут. Плыньк. Иногда мне это надо. Как овца, вот эти все, это все, что я вижу, мне нужно, чтобы кто-то меня иногда постриг от своих каких-то ситуаций. Кому сегодня из вас нужно восстановление в это время? Кому вообще в это ковидное, не ковидное, послереволюционное состояние экономическое? Кому из вас нужно восстановление? Я лично нуждаюсь в восстановлении в том месте, где я буду спокойным, в том месте, где я получу восстановительный процесс. И фактически, эмоционально, физически и духовно мне нужно восстановление, возрождение. Поэтому мы называем такой частью, когда же придет пробуждение, восстановление. Для того, чтобы оно пришло, нужно что-то сделать. Не потому что упадок,
а нужно что-то сделать. Он подкрепляет душу мою. Вообще, кто еще может сделать, кроме него? Новости. И для многих новости подкрепляют душу. Соседи, разговоры, паника, рост цен очень подкрепляет наши души. Кто может подкрепить нашу душу, как не пастор? Кому нужно из вас сегодня направление? Помните, мы говорим, направление заставить. Он заставляет. Но тут вам очень хороший ответ. Как он это делает? Направление делает через праведность. Как нам изменить ситуацию в бизнесе, в семье? Некоторые прибегают к ситуациям, которые неправедны, а Бог говорит, я-то буду делать через праведность ради себя, чтобы вы не хулили мое имя. Все это делаю ради имени Ему, моего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они меня, что? Успокаивают. А как успокаивают? С одной стороны, посох это то, что тебя вытаскивают из пучины, которой ты там упал в свое бесчинство. А жезл для того, чтобы отгонять всех врагов. Если он мой пастор, он заставляет меня остановиться, лечь на то место, пастбище, и ожидать, что нужно там пребывать на то время, которое он желает, чтобы ты там был. Если он мой пастырь, он вернет меня обратно к источникам и ситуации, чтобы я пересмыслил, чтобы я не огорчался и дальше и шел. Если он мой пастырь, то провел через исходную точку и ведет меня дальше. Решать все мирным путем, праведным путем ради своего имени. Не нужно делать шахер-махер. Не нужно здесь и там, знаете, вот тихо-ша, никому не говоря. Нужно делать так, как через праведность. Тогда звучит следующий вопрос. А столик вам на двоих или на одного? Грустного, святого, самой изолированного и самобичеванием займешься? Или вам столик на двоих? Знаете, Ишуа говорит в Откровении, все стою у двери и стучу. Кто там? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мной. Не я буду с ним кушать, а мы будем иметь вечерю. Ситуации. Знаете, вот ты за столом. Тебя пригласили за этот стол, потому что это правильное место, где тебя пригласили. Ты за столом с Владыкой Вселенной. Он пастырь, который общается с тобой и говорит, я хочу провести немножко времени с тобой. Можно? Ты говоришь, слушай, вау. Это все для меня? Он говорит, послушай, я тебя пригласил. Все на этом столе для тебя. Знаете, что он сделает? Он так еще со стороны так другой скажет, слушай, а может быть хлеба, чтобы не алкать? Ну так, немножко хлеба хочешь? А водички? Ну, пожалуйста, живая, и, честно, тебе станет легче. Интересно, что ты в шоке, говоришь, секунду, а что? Он говорит, послушай, расслабься, сними свою религиозность, сними, повесь это вот сюда, потом себе возьмешь, ведь это же твое, никто это не заберет от тебя,
Сними свою религиозную оболочку, возьми и просто сядь со мной, потому что я пригласил тебя за этот стол. Стол, который все для тебя. Все то, что имеет в официальном приглашении. Как ты ответишь на этот запрос пастора? Ведь там написано, я приготовил стол, да? Он приготовил стол перед моими врагами. Он говорит, сядь со мной, пообщайся. Знаете, что еще? Пускай все они, твои враги, увидят, что я, твой пастор, тебе служу. Все вот это твое. Или ты выберешь одиночество. Одиночество, ты не надо мне указывать. Я сам как-то пройду в это время. У меня все, что мне нужно, у меня есть. Мне большего ничего не надо. Знаете, идея в том, что тебя Владыка Вселенной пригласил на встречу, очень сильная. У нас сегодня хлебопреломление. К этому столу приглашает вас Бог. Он говорит, давай, расслабься. Я проведу тебя через эти трудности. Если ты пойдешь долиной смертной тени, не бойся, я с тобой. Я пройду с тобой. Давай поговорим. Ведь это ужин друзей, откровенных разговоров. Мы же не враги. Немножко хлеба. Немножко воды, фруктов. Знаете, all inclusive. Мы здесь так новое, интересное название. All inclusive. Фактически, вот это и есть all inclusive. Знаете, почему? Я скажу так. Кто из вас попадал в такую ситуацию, где вы ждали лета или какого-то отпуска, чтобы собирали, и тут человек, которого вы знаете, хорошо знаете, приходит к тебе и говорит, вот тебе билет, вот тебе путевка, за все заплачено. Вы скажете, ха, а можно друзей еще взять с собой? Ну так как бы, ну если все что-то, ну своих друзей забрать. Ну. Или у вас будет личное понятие, что all inclusive. За все заплачено. Стол, который он приготовил, он приготовил этот стол для тебя, чтобы поговорить с тобой. Стол на двоих. All inclusive. Он за все заплатил. Иисус говорит, что если ты услышишь, примешь мое приглашение, я зайду. Мы с тобой поужинаем. Знаете, вот этот стол мне напоминает, как должна в жизнь верующего человека проходить. Красиво, правда? Но я смотрю на людей и понимаю, что они не поняли, что Бог имел в виду, я приду и вечерю с Ним разделю. Чаще всего, и это становится
каким-то трендом среди верующих людей, мы делаем совсем другие вещи. Мы заняты. Мы заняты, заняты, заняты. Раз, ой, раз, с кофе у нас, к утром же кофе нужно, как бы так, да, вот. А, не, может, нет, дай мне вот это все. Вот, это лучше. Это как бы покуснее. Мы раз, и тут, опа-на, не понял. Круто. Мужик, это что, нормально? Это как-то... А я думал, что ты пошутил. Ну, как бы так, пригласил, но нормально. Кофе так клевое. Нормально, нормально. Слушай, стоп, извини. А я здесь на инстаграмчик можно так? Ну, нормально же. А тебя затегить можно? Да, оп. Я так отошлю. Так. Ужин. Хэштег с царем, не поверишь. Круто. Нормально. Ну, слушай, вообще, классно, прикольно. Знаешь, это самое, я очень признательный. Вкусно. Конечно же так. Чуть-чуть я возьму здесь так. Ты не против, да? Я чуть-чуть возьму. Но я спешу. Я спешу. Мы начинаем так говорить. Посмотри. Ты не поверишь, с кем я имел сегодня встречу. Я забежал, я думал, что это чес какой-то, но на самом деле он там был. Ты представляешь, он приготовил для меня. Вообще-то, как бы спешил. Ты это видел? Да, вот этот. Фотографию, я честно вот покажу тебе. Я сфотографировал. Да, вот смотри. Какой стол! Чес тегни, да. Ты не поверишь, а ты. Ну посмотри. И мы начинаем. И заняты. Мы только с ним поздоровались. Это для меня. А я, у меня свои дела. Мы хэштегнули. А жизнь-то бежит. На это похожа наша жизнь. На служении, молитве, в семьях, шаббат. Мы спешим. А здесь стол для двоих. Вы скажете, ребе, извини, пожалуйста. Но ведь не настолько мы ханжи уже, правильно? Ну, не настолько же ж плохо. Мы же не на собрание придем, на шаббат придем. Мы даже дома шаббат празднуем. Ну, не настолько же плохо. Мы присаживаемся так за столик. Да, вот раз мы присели, у нас же все ж нормально. У нас проходит нормальное время. Пастырь добрый приготовил общение. Он хочет послужить нам. Веду перед всеми врагами показать, что царь вселенной себя унизил так сильно, что хочет послужить каждому из нас. Подать помощь вскоре. Ответ в общении. Совет, когда мы проведем время, когда мы бежим, когда мы в суете, когда нам только кофе достаточно. Это так нормально. Я не настолько хочу. Вот тут чуть-чуть и побежал. Извини, пожалуйста. Нам нету времени
посадить свой дух на стул, который Он приготовил. Конечно, мы не такие. Ведь мы на конференции приезжаем, там клево. Там затегились и пошли дальше. Не, ну, ретриты, ну вот, да, да, ну, как бы, и время от времени мы это делаем. Знаете, мы присаживаемся и хотим поговорить. Вот за стол для двоих, но здесь, во время, только ты начал с ним говорить, и тут... А, извините, а можно с вами присесть? Ну так, немножко. Что делаем? А, вы скажете, неужели? Ну, не, ну неужели столько наглости хватает кому-то прийти и за столик для двоих присесть? Ну, ну настолько же не надо. А что вы думали? У него хватило наглости поставить свой стульчик среди райского ресторана у столика Адама и Евы и сказать, неужели, как дела? Еще глаза не открылись? Есть пару советов. Как вы думаете, что если он после того, как Иешуа был крещен, наполнил Духом Святым, да, был взят в пустыне искушением. Он говорит, слушай, извини, у меня к тебе пара вопросов. Холодный, хлеба надо? Не думайте, что вы будете исключением. Что за ваш столик для двоих подсядет еще один наглец и начнет говорить какие-то моменты. Я не знаю, как у вас, я помню, вспоминаю, что с женой мы тоже проводили время, и ты натыкаешься на людей, которых давно не видел. Да, вот так. Ты с ней разговариваешь, проводишь нормальное время, и тут встречаешь людей, которых давно не видел. Ребе, па, ох, ничего себе, мы говорим, сколько мы вас не видели. Послушай, дела такие, и ты, ну ладно, ладно, ничего. И уходит, думаешь, ладно, иди, слушай, я как бы так видеть не уже давно не хотел тебя так. Ну, и тут раз возвращается, говорит, слушай, нам надо поговорить. Думаешь, вроде бы, ну, человек как человек, да, я с женой провожу это время. Ну, он говорит, слушай, извини, поздравляю, Татьяна, все нормально, как бы, мне есть пару вопросов к Валентину. И думаешь, кто тебе сюда приглашал? Понимаете, о чем я говорю? Момент такой приходит в жизни, где подсаживается тот, кто является наглецом всего-всего-всего, и пару слов, ногу задрал, и говорит, слушай, а, неплохо, нормально. Ты не, лучше не против, да, там так, я тоже тут присоединюсь к вам. Дать мне сюда свой хлебушек. Не понял. Неплохо, неплохо. Где взял? Нормально. Идеально. Классно. Как дела вообще у тебя? Мы хотим, чтобы кто-то задал нам вопрос, правда? Не, классно. Мы говорим, нормально. Вообще наглый парень такой. Тут люди говорят между собой, а он говорит, ну что. Как дела? Нормально? Как жена? Ты пашешь. А ей как бы до одного места. Понимаю, как житуха вообще, хлопец. После того, как ты покаялся. Нормально? Тут все имело, теперь что? Ну, что тебе Бог объяснял? Что все будет хорошо? Ну посмотри на обстоятельства. Я бы ничего, нет, ну нормально. Мне бы так поинтересовался, как что вообще твоя жена тебе думает?
Ну да. Я вообще бы на твоем месте бы, что бы сделал? А, ну, ну понимаешь, но ты держись, ты молодец. Вообще они твои, твои тещи все это перетирают нормально, она тебя ни, ни во что не ставит. Но ты держись, денег нет, но ты держись. А работа? Потерял? Ну что, бывает. Перебивайся чем-то там. Как мужики с тобой относятся? Называют тебя идиотом? Фанатиком? Не переживай. Я бы на твоем месте вообще бы грабанул их за ущемление труда. И послал бы их вообще подальше. Ты сидишь за столиком на двоих. И сразу есть кто-то, кто без спроса в это вклинивается. А правда ли, что есть только один путь? Правда ли, что есть другие миры, какие-то обещания? А что? Может, вообще не стоит себя сдерживать, когда очень хочется? А может, откроются у тебя внутренние глаза, откровение? Это знакомая история с одного из ресторанов в Эдемском саду. Каждый из вас может спросить, ну вообще, как знать, что к тебе присоединился третий? А третий всегда лишний, правда? Ну, говорит, ну так, есть такая шутка. Как узнать, что к твоему столу присоединился третий? Тот, кто перебивает твои общения с царем царей, который приготовил тебе ответы для твоей жизни. Первое, когда вы имеете чувство, что за другим столиком пища вкуснее. Как узнать, что в твой столик, за твой столик для двоих присел тот, кто совсем туда не зван, а, как говорится, незваный гость хуже татарина. Как узнать? Тогда, когда твои чувства вдруг такие, что за другим столом пища вкуснее. Замечали, да, так вот, ты приходишь где-то в ресторан или там где-то все all inclusive, да, ты смотришь, что люди кушают, думаешь, ух, вот это вкусняшка, у них лучше, чем у меня. Переживали такое, да, чувство? Чувство, что за другим столом лучше. Это то чувство, когда ты более вот открыт тому, что и твои намерения оставить твои взаимоотношения, что где-то у кого-то жена намного красивее, или что Бог тебя благословит так, без того, что у тебя есть, потому что там лучше. Это касается служения. Чувство, что в другом служении, ну вот там, там вообще, там вот там Бог питает. Или же в другой общине. Что здесь все, ну вот так, вот уже все, вот так достало все, уже все. Чувство, когда в другом месте лучше. Тогда ты знаешь, что там сидит враг. И не просто враг, убийца. Второе, чувство, когда ты второго сорта. Такое, ты за столом, да, а тут... Вот и с Богом общаешься, тут сразу чувство такое, что тебя не признают. Ты менее успешный. Когда тебе говорят, ты все это вытянуть не сможешь. Тебе нужна помощь. Или же там еще. То есть чувство ущербности такое, что ты второго сорта. Враг подсел к твоему столику. Чувство, которое мы выражаем, да я вообще не знаю. Как дела? Да я не знаю. Что ты будешь делать? Как служение? Да я не знаю, ну что-то пристал ко мне. Представьте себе,
Вы приходите к Иешуа, имеете отношение, ты говоришь ему, ну как дальше будет? Он говорит, ну да, я что-то не знаю, не в курсе. Такого никогда не было. У него всегда есть то, что может дать тебе ответ. Когда ты приходишь и говоришь, я не могу выйти, он тебе скажет, вот твой, мой ответ тебе. Чувство, когда ты говоришь, я не знаю, я не понимаю, где я нахожусь, что происходит. Знай, что к тебе, к твоему столику подсел чужой. Чувство, что нет уже выхода. Такая безысходность. То есть выхода, я все перепробовал, выхода абсолютно нет. Тогда ты знай, это чувство, оно обманчиво. Бог сказал и не исполнит. Если с нами Бог, то может быть против нас. Мы знаем многие ответы, но мы вдруг за этим столиком кто-то подсаживается к нам, и начинается чувство, ну что, извини, ну где выход сейчас? Сколько же времени прошло, а выхода нету. Знай, что к твоему столику подсел. Последнее, это, наверное, чувство сожаления. Сожаление о том, что ты пытаешься кому-то что-то, да, либо оправдать какие-то действия, либо доказать обратное. Ситуация, которая произошла, ты говоришь, ну, я здесь ни при чем. Вообще-то я хочу, чтобы все это вот произошло. И когда ты получаешь ответ, ты говоришь, вот да, конечно, вот теперь полный ответ. Мои враги будут разочарованы. Послушайте, в этот момент Бог говорит, не давай места дьяволу. Вот тут место. Не давайте места дьяволу. Когда нам кажется, вот-вот оправдание, теперь я оправдаю себя. Бог говорит, стой, кому и что ты хочешь оправдать? Свою гордость, свою возможность, свое допознание доказать кому-то. Мы имеем с тобой отношения. Мы с тобой имеем расположение. А эти чувства доказать кому-то что-то справедливости, это тот, кто рядом подсел к твоему столу. Я не знаю, как вы сейчас в своих жизненных переживаниях движетесь дальше. Я понимаю, что это время, когда Бог готовит свою общину. Когда переполняет тебя чувство правоты так сильно, что ты стараешься и со всех сил сказать и показать, что ты на самом деле другой человек. Не позволь врагу души ваших подсесть за один столик с царем царей. Не позвольте ему перетянуть общение в свою сторону. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодатную Богу для разумного служения вашего. Не для споров, не оправданий, для служения Богу, а не просто людям. Да, мы служим своими дарами в теле Мессии, но прежде всего мы почитаем этим Бога. Римлянам 12 глава 1 стих. В этот момент, когда твой пастырь добрый пригласил тебя на ужин, который сам его же и приготовил, подал тебе из своих рук, он служит тебе своим приглашением. В этом общении он начинает говорить с тобой, что все будет хорошо. Он говорит, если ты пойдешь долиной смертной тени, я хочу, чтобы ты был уверен, я буду рядом. Дьявол не говорит, ничего страшного. Доверься. Я тебя вытяну.
Чаще всего он говорит, доверься, я тебя с этим камнем и утоплю. Момент здесь очень важный, потому что мы с вами приглашены на трапезу. И если ты пройдешь, будешь идти долина смертной тени, в этот момент я буду с тобой. Но когда приходят мысли второй сортности, неважности, незамечания, в этот момент сидит убийца рядом. Нам Бог дал власть называться и быть детьми Божьими. Бог нам дал власть иметь в себе силы останавливать врага. Но знаете, что интересно? Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти, воинствуем. Оружие воинства нашего не плотское, но сильное Бога на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, то есть помыслы, всякое превозношение, восставающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Мессии. Когда у нас есть приглашение того, кто нам служит перед нашими врагами, у нас нету, ну мы понимаем, что дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. У нас нету власти остановить его поиски. Вы понимаете, о чем я говорю? У нас нет, я не вижу в Писании, что нам Библия говорит, вы должны иметь власть, вы запрещайте, чтобы он ходил. Он ходит, потому что Библия так об этом говорит. И Господь говорит, он ищет, кого поглотить. Но знаете, что у нас есть? Ставить в послушание всякие помыслы, всякие мысли, подчинять его Мессии в прямом разговоре с тем, кто с нами общается, кто пригласил нас к этому столу. Готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполняется. На личности ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Мессия, тот сам по себе судит, что как он от Мессии, так и мы от Мессии. Мы все знаем, что сатан творение. И у меня есть тот выбор, то право, чтобы сидеть за столом с моим царем царей. Приглашение, которое он нам дал. Это мой выбор, кто сидит за моим столом и кому я позволю присесть и подсесть к этому столу. Это мой выбор, с кем я веду общение, и кого я слушаю, и кого я слышу. Это мой выбор. Это наше время. Взять власть и признаться, кому мы принадлежим. Каким образом? Каким образом мы это делаем? Я прочитаю один псалом, который говорит, я возвожу очи мои горам. Когда меня пригласили за стол, и, возможно, это есть, как и у Иова, тут подсел тот, кто начинает шептать. Я направляю очи мои к тому горам, к высотам, откуда приходит помощь. Я направляю свои все силы, свои стремления, свои чувствования, все свои переживания не на то, что меня отвлекает, который говорит, а правда ли сказал Господь? Может быть, не все, что он сказал, это истина. Может быть, там где-то здесь чуть-чуть немножко выйти, чуть-чуть правее, левее. Но мы все равно придем к одной точке. Не-не, Господи. Я тебе честно говорю, мне тяжело. Он говорит, послушай меня. То, что ты читаешь, проблема, я заставил тебя присесть, остановиться. Если я твой пастор, послушай меня, что я тебе скажу.
это не конец. Если это трудно, я не дам сверхсилы. Поверь мне. Просто в этот момент поверь мне. Давай пообщаемся, давай поговорим. А этот начинает шептать, да? Тот, кого ты не знал. Какой ответ? Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И вот он говорит, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя, с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Это на условиях, если он мой пастырь. На условиях, если он мой пастырь. И помните, что он говорит. Он заставляет ложиться, принуждает делать некоторые вещи, потому что мы начинаем слышать Его голос. Что я предлагаю всем нам сделать? Каждому из нас. Определите свою ущербность. Определите то чувство. Вот в чем моя ущербность? Недостаток какой-то. Тот порог, который вы себе найдете. То, чего вы не готовы сделать. Определите его так, как оно есть. Потому что чем больше вы будете общаться с врагом за столом, тем больше вы будете склонны к лжи, которую он говорит о вас. В чем ложь? В том, что тебя не слышат. Не замечают. Вообще не спрашивают твое мнение. Замечали, такое, а что меня не спросили? Ну, что меня не спросили? У меня тоже есть слово, сказать, что сказать. Это ущербность, вот эта ложь, которую вы верите. Не видит мои дары. Мои падения превышают мои шансы, да. Ну, я же, как не хотят слушать. Все это враг нашептывает, чтобы уничтожить тебя. Украсть все, посмотреть, вот что ты, не убить тебя. Он не станет сидеть, как гангстер с ножом и вилкой, и сказать, слышишь, я тебе кишки намотаю, если ты не будешь на меня работать. Он подсядет так, что вы даже не узнаете, что он рядом. И только будет сомнительно, так неужели? Так что бывает. Он будет шептать тихо, натягивая вам сомнения, а вообще тому, кто умер за вас. Многие даже будут слова, а за меня он умер. Чем докажет мне Бог, что он меня любит? Что он еще особенного сделал? Я вначале сказал, что есть люди, которые пришли к Богу по причине обстоятельств, это было выгодно. И некоторые держатся за христианство, пока это выгодно для них по плоти. Но вера – это не то, что мы практикуем религиозно. Это отношение и обещание Богу служить чистой совестью. Разговоре один на один за столом, который Бог приготовил мне. Ты сегодня у царского стола. Это царский стол.
ни один царь еще не приготовил стол для слуги. А Иешуа говорит: я показываю вам пример. Став на колени, он припоясался. Вы делайте это. Кто из царей или богов так сделал? Где он в псалмах еще говорит: я приготовил, пойди, войди, войди, сядь со мной, сын, дочь, ну, подожди, сядь со мной, посмотри, как я тебя люблю. У меня есть ответ на твои вопросы. Потому что я оправдан твоими ранами. Я принадлежу твоей семье, потому что ты сказал: вы мои дети, вы одна семья. Не называй вас рабами, называй вас друзьями. Мой отец, это ваш отец. Вы сонаследники. Я имею шанс, такой же, как шанс имела Мирьям с Магдалой. 1, 2, 3, 10. Шанс у нас есть. Я исцелен от всех моих обид. Мы хотим часто от нашей болезни избавиться, а обиды хранить, как будто мешок с золотом. Я свободен от моих ран, симптомов, потому что обещания были даны задолго до того, как Иешуа умер через Исаию. Я не одинок. Я не одиночка. Хотя семья моя такая разная, со своими приключениями. И, следовательно, вы не евреи, более не чужие и не посторонние. Напротив, вы сограждане со святыми людьми Божьими. Вы часть одной большой семьи. Как узнать, как быть уверенным в том, что ранами его я исцелен? Не исцелением, а ранами. Фома прикоснулся и говорит: ты Господь мой и Бог мой. Сегодня у нас есть возможность прикоснуться к телу и крови. По своему воскресению из мертвых Иешуа встречается с двумя учениками на дороге в Эммаус. В разговоре не подходит уже к вечеру, к дому. Они упрашивают его, чтобы он остался с ними вечер. И он вошел и остался с ними. Когда же он возлежал с ними, взял хлеб со стола, взял хлеб. То, что мы делаем на шаббат, он преломил. И, подавая, показал им свои пронзенные руки. Это трапеза отношений. Каждый день. Он говорит: вот мои руки, за тебя пронзенные. Выход не у того, кто сидит рядышком и шепчет, как все плохо, дерьмово и не так, как ты хочешь. За этим столом перед врагом он подает тебе чашу и говорит: это чаша Нового Завета.
перед всеми врагами, перед врагом, Он подает тебе хлеб и говорит, это мое тело, чтобы ты увидел мои раны, мои страдания. За этим столом Он смотрит в твои глаза и обещает избавление с небольшим терпением. За этим столом пастор-начальник предлагает повечерить с тобой каждый день, принять и поговорить с ним о сегодняшнем дне, о твоем служении, о твоем решении, о твоей суете в доме, в жизни. Ты счастливый? Забегая на огонек, сделать хэштег и потом всем говорить, а, я был там. Клево было, нормально. Все было приготовлено по-идеальному. Но все знают, нет времени. Сделайте сегодня себе одолжение. Возьмите это слово. Здесь все ответы. Абсолютно все. В мире существуют судебные системы, и один из прецедентных, да, такие, когда судят, когда что-то уже произошло, и поэтому инциденту или же прошедшему судят настоящие. Вот тут уже все прошло. Вы его дети. И когда приходит это приглашение, давай поговорим. А какой твой ответ? Он скажет, как читаешь? Как видишь? Что интересного ты нашелся? Да поговорим. Не ложи ее здесь, в этом столе, и сделать религиозный хэштег «Я там был». Если ты сегодня не знаешь Иешуа и Бога личным спасителем, а возможно, потому что тебя привела твоя бабушка, мама, друзья, ты делая им одолжение, там, ну ладно, помолюсь, там, и просто приходишь, потому что тебе уже неудобно, потому что тебя благословили, там, накормили, чай, чашечка чая, там, мы там завязались отношения, пришли на обыкновенное собрание, там, кофе-хаус, ну, как бы, ну, сложно, как бы уже люди хорошие, что им настроение портить? Здесь приглашение. Царя, который сказал, я хочу быть твоим пастором, если ты признаешь меня. А добрый пастырь полагает душу свою за овец.